Друзья, всем привет! Мы сегодня с вами в интересном месте, это Гайдай парк в Лучистом. Мне очень много писали, что там советская техника, и вот я проезжаю мимо, думаю, дай-ка остановлюсь и вам сниму. Смотрите, в общем, начинаем, тут разные экспонаты, начинаем с мотоциклов. Я такие даже, честно говоря, некоторые не видел, вот мотоцикл Иш, да, тут еще какой-то, столько моделей, вариантов, я, честно говоря, в шоке. Так, это у нас Восход. Два, смотрите, есть мотороллеры. Ну, в общем, надеюсь, вам информация будет полезна. Карта есть в описании. Ссылочка, где это место находится, называется Гайдай парк. Рядом с Алуштой прям. Смотрите, какие мотоциклы. Сейчас покажу, который мне больше всего понравился. Вот Иш. Здесь оформлено, можно сфотографироваться, оформлена фотозона. По фильмам Гайдай, видите, как классно получается. Вот туда можно встать. Иж с коляской. Москва. Смотрите. Он напылил. Поехал. Москва. Потом, что это? Кто узнает технику, можете писать, не стесняйтесь. Здесь не везде шильдики есть. Так, это у нас Z. Вот такая буквочка. Так, тоже Z. Смотрите, какой красавцы. Иш. Иш Планета 3. Вот. Сейчас покажу, какой мне больше всех понравился. Я просто обалдел от него. Вот еще. Иш Планета 5. Камеры не хватает. Давайте пройдемся. Вот более старые модели. Это у нас что? Это, по-моему... Так, это, по-моему, что тут написано. Так, так, так. Сделано в СССР, видите? Класс. Ява 350-я. Сейчас дальше будет интереснее. Давайте пройдемтесь. Тут вот такая территория большая. Вот этот мне вообще Ява понравилась. Обалдеть, смотрите какая. Смотрите, как красавец. Вообще супер. Сейчас вам покажу. Вот. Просто супер. Я на Яве, кстати, гонял. Лет 15 назад гонял на Яве. Вот с коляской Ява. Симпатично. Иш. Огромное количество разных мотоциклов с коляской. Кто увлекается старой советской техникой, особенно связанной с кинофильмами, как раз это для вас. Давайте теперь обратим внимание, смотрите. Смотрите, какая красота. Помните? Помните? Вот этот кадр из фильма. Вот здесь оформлено. Лежат шлемы. Особенность вот вообще этого места. Здесь можно в те автомобили, которые открыты, зайти посидеть. Вот Наталья Варлей на камне. Осел. Давайте подойдем. Вот еще скорая помощь. Волга 21. Можно заглянуть вовнутрь. Посмотреть на какие-то диванчики были. Конечно, все так. Вот, смотрите. Наталья. Еще одна Наталья Варлей. Я думаю, что среди моих подписчиков немало тех, кто увлекается техникой, мотоциклами, автомобилями. Вот санитарный фургон. Сейчас реставрируют. Есть москвич. Каблучок. Жигули. Смотрите, прям как кадры из фильма. Здесь Запорожец. Помните, кто инвалид? Я инвалид. Старенький москвич, у которого двери, кстати, открываются. Вот, вот центральный. Вот так вот. Можно все посмотреть. Это немножко заблокировано. В общем, место интересное, атмосферное. Вот еще Запорожец. Даже с номером 968. Так. Красота. Вот такие интерьеры. СБЗ, трактор.
Виллис. Ну, это вообще, мне кажется, рабочий на ходу, видите, с лопатой. ZIM 350, а Z это вот у нас ZIT есть. Квадроциклы, мотоциклы. Чего только нет. В общем, глаза, честно говоря, разбегаются. Много всего интересного. Идемте дальше. Вот муравьи, ZMD, ИШ. Смотрите, еще старенький запорожец, да, если не ошибаюсь. Вдруг я ошибаюсь. Старые машины некоторые похожи. Ну, я уверен, есть специалисты в комментариях. Интересно, а сколько среди моих подписчиков людей, увлекающихся старыми автомобилями? Я тут недавно натолкнулся на один канал на Дзене. Называется «Машины времени». Он еще маленький, так что можете его перейти, ссылка в описании, подписаться. Я уверен, кто любит старую технику, найдет для себя там много полезной информации. Так что, друзья, подписывайтесь, не стесняйтесь, ссылка в описании. Нажмите кнопочку «Подписаться» и уверен, о многом из этой техники вы узнаете. Много информации полезной. Так, давайте пройдем еще. Покажу вам территорию. Ну, тут все вдоль дороги растянуто. Смотрите. Какой красавчик маленький. Идемте наверх. Есть прудик, зона отдыха. Здесь есть кафешка вот такая. Ой, тут еще смотрите. Смотрите, смотрите. Я думал, что всего лишь ничего. Здесь техника еще стоит. Вот. И москвичи старые. И Рафик. И 21-я Волга. Красота. Да, интересно. Интересно. Я думаю, что экспозиция развивается. Называется Гайдай парк. Опять же, повторю. Давайте посмотрим. Я не знаю, здесь можно ходить. Латвия. Вот такие раньше по Евпатории ходили маршрутки. По 1 рублю были. Видите? Ностальгия сейчас кого-то замучает. О, помню, я ездил, любил вот тут вот ездить на этом месте. Но впереди это вообще был подарок судьбы. Москвич. Москвич. Волга. Ну, это уже современная модель. Здесь еще есть вот техника. Видите, уставший. Вот. Непонятный автомобиль, но очень интересный. Кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за машина. Здорово. Класс. Вот еще стоит старинная. Давайте пройдем туда. Через кусты. Я какими-то обходными путями иду. Но машинка, мне кажется, того стоит. Я так понимаю, что экспозиция будет развиваться. Будет еще больше всего интересного здесь. Оп. Смотрите, как красавец. Вот. Просто супер. Бочка с квасом, но это понятно. Это классика. То есть в будущем экспозиция будет больше, будут на разных уровнях стоять автомобили. Я думаю, что это будет подписано. ИШ. Давайте спустимся вниз. И еще посмотрим часть этой экспозиции. Мне кажется, что здесь стоит остановиться. Это все бесплатно. Никто за вход деньги не берет. Парковочка тоже бесплатная. Сейчас в межсезонье как раз самое оно. Подъехать, погулять, посмотреть. Видите, здесь дорожку еще делают наверх. А внизу есть кафешка. Вы можете зайти. Прудик, может быть, рыбалка будет здесь. И какие-нибудь лодки появятся в экспозиции. Тут карета. Ну, в общем, такое туристическое место. Вон уточка плавает. Делают мост. В общем, место, где можно зайти, посидеть, перекусить и посмотреть на старинные, старые, на машины времени.
Вот, обязательно подпишитесь на канал, кто любит ретро-автомобили, там много интересных фактов. Он там совсем маленький, но я думаю, надо поддержать это хорошее начинание. Не стесняйтесь, ссылочка в описании к ролику, канал на Дзене «Машины времени». Смотрите, уточки идут. У нас вот погодка, видите, такая пасмурная. Вот там внизу Алушта. О, 21-я черная Волга. Мы мимо проходили, но все равно не могу мимо нее пройти. Просто так. Идемте дальше. Вот здесь кафе. Может быть, какой-то будет гостиница в будущем или что-то еще. Ну, так очень уютно, достаточно интересно. И вот там экспозиция велосипедов. Давайте пройдем. Поближе посмотрим все. Вот такой стоит трицикл. Там достаточно симпатично, знаете. Симпатично. И главное, что интересно. Плитка какая-то китайская. Так, смотрите. Лифа, птаха. Кто-то ездил на таких, может, по молодости. Так, здесь у нас Иш, Юпитер с коляской. Множество, вот люди подтянулись. Так, верховина. Смотрите, велосипеды. Кто узнает? Лада. Лада. Вот, кто узнает свою технику? Карпаты. Смотрите, что. Рига. Мопед. Турист, велосипед. Интересно. А велосипед, который у меня был, есть тут? Вот, вот, вот. Мотоциклы. Этот мне не нравится. Вот этот кусок. Вятка. Смотрите, вятка. А это что? Турист. Турист. Иш. Велосипеды, стадион. О, какой. У меня что-то типа подобное. У меня Десна была. Вот типа такая, это Аист. Аист поменьше. Десна у меня была побольше. Вот, наверное, вот как тот. Так, смотрите. В общем, интересное место. Тоже Аист. Мопеды. Ну, в общем, вот. Самокат старинный. Много всего интересного. Еще. А это похож, ну нет, это не гном. У меня был, конек-горбунок, вот такой велосипед, если я на нем катался. Вот, смотрите, какая техника. Вот такое, в общем, место есть. Интересное у нас в Крыму. Поселок Лучистое. Не доезжая Алушты, можно свернуть. Или после Алушты в сторону Судака, если ехать, можно свернуть. Указатель есть, там все рядом, все близко. Вот, по-моему. Может, нет. В общем, друзья, надеюсь, вам видео понравилось. Вы для себя отметили. Приезжайте, гайд-парк. Гайдай-парк. Если видео понравилось, приезжайте. Лучистое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Капитан Крым. Всем пока!